Ну, украинская сторона начала больше использовать артиллерию, больше стали выпускать у нас снарядов по типу СПГ и гранатометов. Стрелковая, ну, обостряется просто ситуация. Ну, в основном начинается, когда начинаются сумерки, ночь проходит до часов 11, так интенсивненько, потом временные прострелы, ну, ночью иногда ходят. Хотят зайти в гости и напасть на внезапность. Но ребята смотрят, несут бдительную службу. Из-за этого у них не все так хорошо получается, как бы они хотели. Ну, условия, конечно, еще радуют, потому что нету снега. Слякоть, конечно, есть, грязь. Но без этого мы тоже никуда. Это у нас пьем чайки, чтобы не болеть, кушаем лимончики. Конечно, тяжело ребятам. Ну, все друг друга поддерживают, сейчас стараются. Ребята молодцы. Всем хочется отстоять наш любимый город Донецк.